не просто элемент награды, это прежде всего символ. Вот эти кристаллы у нас специальные по спецзаказу. Бережно, исключительно в белых перчатках их достают из коробок. Эти золотые звезды для вручения премии Алтын Йылдыз. Статуэтка уникальна, как и сам конкурс. Сама звезда не случайно шестиконечная. Каждый ее луч символизирует определенную номинацию. Это лучший музыкант, лучший исполнитель. Золотые звезды 2017 года зажгутся в четырех номинациях: лучший певец, продюсер и композитор. Для национальной музыкальной премии ТНВ и Болгарадиус это юбилейный 5-й конкурс. И впервые в нем участвуют аранжировщики. Ведь песня, как бриллиант, должна получить достойную огранку. Кристалл в центре нашей звезды символизирует многогранность. Многогранность таланта каждого артиста. Многогранность каждого номинанта, который получает статуэтку Алтын Йылдыз. Құрметті тыңдаушыларымыз, енді Бигтизден Болгар радиосы эфирінде бақытты минутта сахифасы башланашақ. Премия вручается певцам, занявшим верхние строчки хит-парада Кайнар Хирт. И именно зрители определяют имя артиста, достойного получить статуэтку. На сцене будут править бал звезды эфира, диджеи Болгар радиосы Лейсан Гарифуллина, Ильфат Каримов. У нас эта премия никогда не повторяется. Возьмем даже вот первое, у нас было год кино, тогда мы делали в стиле Астафа Бендера с фильмом. А потом у нас был конфликт поколений. В этом году у нас год экологии, ну уж мы так прямо на сцену не сможем вытащить, но мы вытащим то, что у нас сердце горит. У звездной премии важная миссия – сохранить эстетику татарской песни, уникальность родного языка. А пока 35 золотых звезд ждут своих героев. Салават Мухаммадуллин, Юлия Андреева, ТНВ, Казань.